Итак, здравствуйте, наши дорогие холодильщики. Закончили мы сбор инверторного двигателя от холодильника Toshiba. Был отказ качки. Сделали мы небольшую замену. Вместо шпилек установили болт с гаечкой. И сейчас будем запускать вживую. Посмотрим, что у нас получилось. Поршень немножко мы смазали маслечком. Закрываем крышечку. Аккуратненько. Разрезали мы его аккуратно. Надеюсь, и заварим аккуратно. Можете посмотреть шов. Все аккуратненько. Все хорошо. Сделали меточку. Сейчас будет первый пуск. Запускаем мы на самом холодильнике. Проверочник у нас не с нами сегодня. Приходится работать с самим холодильником. Итак, первый пуск. Посмотрим, что у нас получилось. Да, появилась у нас качка при малых оборотах. Можем открыть и посмотреть, что у нас здесь происходит. А, не получается, руки масляные, скользкие, не могу открыть. Сейчас он выйдет на обороты побольше. Вот он вышел на большие обороты. Все отлично. Качка есть, можно заваривать.